Всем привет! Ваш день начинается с кофе или со стакана воды. Между прочим, вода натощак поможет не только разбудить организм, а также поможет похудеть. Сегодня говорим о пользе воды натощак. Прежде всего, вода натощак улучшает работу нашего пищеварения за ночь. Еда в желудке переварилась, и вода, попадая в него, быстро проходит почти через весь пищеварительный тракт, забирая с собой продукты распада. Вода омывает стенки толстого кишечника, уносит токсины, шлаки, и с помощью этого простого метода вы активируете свою пищеварительную систему после сна. Стакан воды по утрам улучшает не только пищеварение, а также стимулирует обмен веществ, что крайне важно при таких заболеваниях, как артрит, артроз, остеопороз и сахарный диабет. Мы часто недооцениваем, что утром наш организм особенно нуждается в воде. Всю ночь жидкость испаряется кожей, в среднем за время ночного отдыха мы теряем до 1,5 литра. Не стоит забывать, что наш организм состоит по большей части из воды, а если говорить о крови, то в ней воды 90%. Поэтому для сердца и сосудов наличие этой жидкости в организме является первостепенным условием функционирования. Вода, выпитая натощак, запускает многие биохимические процессы в организме. Благодаря этому улучшается синтез клеток. Оптимальная температура потребляемой воды комнатная, но теплая вода также даст хороший эффект. Лучше всего это делать сразу после пробуждения. Вода натощак полезнее всего. Через 30 минут после приема воды можно завтракать. Сколько нужно пить воды и как пить воду ни в коем случае нельзя, мы будем говорить в следующем выпуске «Еда и я». Начинайте свой день правильно и с пользой для организма. С вами была Светлана Никичук. Всем пока!